настоящая экономическая ситуация создает уникальную возможность, которой мы просто обязаны воспользоваться. И мы это делаем и будем продолжать делать. Продвижение товаров и услуг, которые производятся в Алтайском крае, на рынке самые широкие, национальные и международные. А вот вы видели на многих стендах стикеры «Наш ответ на санкции». На самом деле это абсолютная правда. И развитие внутреннего и въездного туризма – это наш ответ на те негативные процессы, которые прошли на валютном рынке. Мы не можем допустить сокращение и снижение качества жизни россиян, в том числе и их возможность современно, полезно для своего здоровья, в первую очередь, и для своего сознания отдохнуть. Алтайский край сегодня такую уникальную возможность, мы будем говорить об выставке сегодняшней «Интурмаркет», дает для россиян и очень наглядно это демонстрирует. Я абсолютно убежден в том, что эта деятельность будет успешной и даст свои результаты. То же самое, эту же цель перед собой мы ставили, и эти же задачи решали.